Красноармейск. День. Среда, 4 сентября. Событий в городе много. Поехали. Сегодня сотрудники городского хозяйства проводили ежедневную работу по подбору мусора. За их работу благодарят жители. Производилась помывка и проливка от пыли городских дорог. Вывозились ветки с территории города. Проводился окос городских территорий. Началась подготовка к Дню города. Сегодня покрасили стенд почетных жителей города и заменили треснутую плитку на площади Победы. Еще из происходящего в городе. У детского сада «Родничок» идет разборка старого забора. Прошло заседание Совета депутатов. На улице Пионерской заканчиваются работы по асфальтированию. И, как сказали рабочие, сегодня они закончат с последней пешеходной дорожкой. Нанесут разметку на автостоянку и, возможно, уже завтра начнут работы на дороге на улице Дачной от пожарной части. В многоквартирных домах продолжаются работы по капремонту. В Доме культуры имени Владимира Ильича Ленина прошел День открытых дверей. Выступали творческие коллективы Дома культуры, а также можно было записаться на занятия в любой коллектив или кружок. Вот то немногое, что удалось нам осветить из происходящего в городе 4 сентября в среду. День города, во-первых, это правильный праздник такой, приятный. Следуя добрым традициям, которые были в городе и раньше, он продолжается. Ну, всем жителям нашего города, гостям, которые будут присутствовать на дне города, удачи, здоровья, успехов и благополучия. Ежедневный обзор для города и горожан подготовил и провел интернет-портал «Красноармейск» или просто «красик.ру». До новых встреч, друзья! Да не покинет вас удача!